Что с тобой происходит? А когда я вернусь? Мне уже никто не помешает. Я буду здесь править. Я давно хотел тебе показать. Эту женщину зовут Ашка. Она чародей из параллельного мира. Я все предусмотрел. Ну, куда ты дел элемент? Где элемент контроля полета? Ну, где он? Она вырубилась. Отлично, Пол. Снимайте доспехи. Где элемент? В корзине, в твоем кабинете. Быстро отсюда. Ашка знает, где элемент. Она все слышала. Нам надо опередить ее. Кристин дома. Что? Она заболела. Что такое? Па, Ашка сломала лифт. Сделай что-нибудь. Это доктор Рейнольдс. На помощь. Выйти. Туда. В лабораторию. В клетку. Живо. Что ты делаешь? Уничтожаю твою работу. Я буду сильнее всех. Быстро на стол. Нет, Риана! Не трогай металл, умрешь! Не оставляй нас здесь! Я чародей! Делаю, что хочу! Алекс! Алекс, ты меня слышишь? Алекс, помоги нам! Что с Полом? Тишина. Алекс, помоги нам. Помоги нам. Сетка блокирует радиоволны. Не надо, Риана. Она крепкая. А, что в этом баллоне? Жидкий азот для опытов. А если заморозить металл? Он ломается. Да. Мой сын гений.
О чем вы? Мы заморозим решетку, потом сломаем и выберемся отсюда. Но как пододвинуть его? Пол, дай мне ботинки. Прочь с дороги! Одну минутку, мадам. Закройте глаза. Отойдите. Осторожно, решетка еще под током. Звони Кристин, пусть уходит из дома. Она не отвечает. Звони Алексу. Алекс! Алекс, ты меня слышишь? Ты мне нужен! Я слушаю, Пол, где ты? Алекс, идет экзамен. Ашка разрушила лабораторию. Ей нужен элемент для доспехов. Он в корзине, в кабинете отца. Забери его. И уведи Кристин из дома. Алекс! Простите, вы же слышали Пола. Дело срочное. Катрина! Завтра все объясню. Мы в пути, Пол. Кацинис, это ты взял радио. Вернитесь, Катрина! Простите, сэр! Катрина! Мама! Откуда ты? Позвонили из школы, живо в машину. Но! Я не люблю повторять, быстро! Прости, мама, не могу. Кристин заперла. Кристин! 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 Отойди! Где кабинет? Наверху. Ты ищи элемент, а я Кристин. Кристин! Кристин, это я! Как ты вошел? Что случилось? Ничего, успокойся, меня послал Пол. Пол, все отлично. Элемент у меня, Кристин с Алексом. Отлично!
Уходите из дома! Туда едет Ашка! Мистера Скотта Маглтона, пожалуйста. Мы с Алексом! Катрина! 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 Ашка там! В чем дело? Потом объясню. Привет, Анна. Ты? Бежим. Ждите здесь. Но папа! Не спорь. Мистер Рейнольдс. Я спешу. Анна, что с тобой? Заткнись. Не бойся, Кристин. Отдай элемент. У меня его нет. Я знаю, что он у тебя. Отдай. Нет! Отдай, Катрина. Возьми его, Кристин. Доктор Рейнольдс, вы как? Я иду в дом. Пол! Я жив. Папа! Ашка преследует Пола. Надо остановить ее. Алекс! Нашла! Беги! Катрина! Я не отдам его Ашке. Сломаем его. Ищи камень. Окончательно спятила. Простите, мистер Рейнольдс. Та женщина-чародей, она гонится за Полом. Мне наплевать на ваши игры. Садись в машину. Пол в опасности. Куда они побежали? Бежим. Ключи. Не стойте. Ты подвезешь, мам? Убежали? Думаю, да. Они должны быть там. Ждите здесь. Нет уж. Катрина! Я с ними. Риана! Я уничтожу его!
Эй, подожди! Отдай, и я пощажу твою семью. Лжешь! Спасибо, Риана. Я не позволю тебе вернуться. Останови меня. Ты никогда не увидишь родных. Спасибо. Мы победили. Пол, ты в порядке? Да. Что случилось? Где Ашка? Что? Прости, что я не верила тебе, Катрина, но ты говорила странные вещи. Ничего, мне самой было трудно поверить. Я должна извиниться перед Алексом. Провода сгорели, но если энергокамни целы, я сделаю новый доспех. Жаль, папа. Брайан, отпусти меня. Я вернусь в мой мир и принесу оттуда много камней, и мы сделаем доспехи. Ты станешь богаче и известнее, чем воображаешь. А ты станешь правительницей? Никогда. Какое тебе дело до нас? Мы не любим диктаторов. Что нам теперь делать с ней? Ашка из моего мира. И вернется туда. Ну что, мы победим чародеев? Ашка. Помоги мне, Гривон. Сюрприз? Не ждал? Возвращением, Ашка. Вас обоих ждут регенты. Ты обещала, от нас не схватят. Можешь изгнать меня, Корион. Дикие все равно одолеют чародеев. Неужели? Когда я был у диких, и мы обсуждали, где устроим их поселение, они были счастливы. Без тебя всем было спокойнее. Нет, я бы не сказал. Хотя вы оба мне доставили много хлопот. Корио. Тихо, Пол. Риана, ты была непослушна, противоречила мне.
Ты спорила, была независима, задавала много вопросов о том, что тебя не касалось. Ты обладаешь характером, который позволяет тебе стать моей ученицей. Нет! Я не слишком умна? Думаешь, Гриван умнее тебя? Ладно. Для меня это честь, регент. Ты будешь жить в замке? Пол, навещай нас, когда захочешь. Не стоит, Корион. Те, кто живет в нашем мире, могут найти дорогу сюда, и к чему это приведет? У нас будет телевидение. И туристы. Они превратят вашу страну в аттракцион. Экскурсии по замку, полеты на кораблях. Чародей Лэнд. Вы просто не сможете здесь жить. Он прав, регент. Их мир поглотит наш. Они намного умнее. Наш народ тоже поумнеет. Чародеи будут делиться знаниями. Ты глуп, Корион. Чародеи потеряют власть. Наш мир должен измениться. Мне пора уходить. Не хочу, чтобы отец волновался. Спасибо, Пол. Ты нас многому научил. Ученик, убери голос. Вы двое, идите за мной. Закрывать путь. А сколько других параллельных миров? Что будет с Сашкой? Это решать Куриону и остальным регентам. Надеюсь, ей не поздоровится. Я, пожалуй, уберу кабель от греха подальше. Хорошая мысль. Я буду скучать. Просто мечтаю надеть эти доспехи. Так хочется полетать. А представляешь, организовать их прокат. Их не восстановить. Уничтожены все файлы. Да. Эй, идите сюда. Зачем? Узнаете. Катрина, сюда запрещено заходить на переменах. Даже ради этого? Что это? Дискета. Машка же все уничтожила. Я успела скопировать перед тем, как она появилась. Здесь все? Абсолютно. Вы знаете, о чем я думаю?